Готов, не готов, мотор. Дима, сегодня ты катался у нас на Кайте Айрос. Семнашка синего цвета, правильно? Да, это верно. Так, расскажи свои ощущения. Меня зовут Дмитрий, я действительно катался сегодня на Айросе 17-м размере, да. Кайт мне понравился, особенно мне понравилось, как он шип. В принципе, все жесточки ровные. Так как я очень педантичен, я вот внимательно рассматривал кайт. Очень рад, что производитель именно относится к этому хорошо. По поводу летных характеристик, что я могу сказать? Кайт очень спокойный для фрирайда. Вот, очень хорошая тяга. Хорошо очень выбрасывает эту тягу, в принципе. Что еще могу сказать? А есть то, что не понравилось? Что не понравилось? Честно говоря, нет. Вот не могу какие-то такие особенные моменты именно, что не понравилось, отметить. В принципе, понравилось. А при каком ветре катался? Я думаю, что метров 5-6 с утра. Вот. Вполне себе комфортно мне было на нем кататься. Сравнивал со своим кайтом, но у меня несколько другого типа кайт, вот, и ощущения были совершенно разные, вот, это, считаю, что это кайт для фрирайда, чисто вот в лайтвинд покататься очень неплохо. Отмечу, что легкий кайт, легкий, достаточно легкий, и минимум до крона, это я ценю, то есть вот это то, что нужно для лайтвинда кайта. Спасибо. Пожалуйста.